Из футбола в политику бывшего игрока киевского «Динамо» Каху Каладзе избрали мэром Тбилиси. Каладзе – кандидат от политсилы «Грузинская мечта». Она была создана 5 лет назад как оппозиция к тогдашнему президенту Саакашвили. За Каладзе проголосовал 51% избирателей. Своего оппонента он опередил почти на 35%. Напомню, Каха Каладзе был защитником «Динамо», «Милана» и «Дженуа». Несколько раз признавался лучшим футболистом Грузии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.